Однажды девушка, листая новостную ленту, заметила объявление о маленькой худой питомице, которая пыталась выжить на улице. На фотографии была тощая малышка, жалобно смотревшая на человека, который ее снимал. Сердце Иры дрогнуло. Она с семьей отправилась на поиски питомицы и вскоре нашла ее. Кроха так и сидела у дерева, прижимаясь к нему всем телом и дрожа от холодов. Щенка сразу забрали домой. Сперва Ира просто думала о передержке и о том, что чуть позже пристроит малышку в хорошие руки. Когда питомицу хорошенько рассмотрели, то увидели на ее шее свалявшуюся шерсть, к которой прилипло что-то вроде соломы. Девушка начала купать ее, и тут стало понятно, что это вовсе не солома. На самом деле шея животного была порезана, а в рану вросла веревка. Слипшаяся масса на самом деле была гноем. Оказывается, шерсть скрывала смертельную рану. Ирина поспешила отвезти кроху к ветеринару. Там малышке удалили гной и сделали операцию и зашили рану. Сейчас пес живет со своей спасительницей.